Приветствую вас на канале «Сокровища Черногории». Сегодня мы находимся в Иваново-Корыто, в национальном парке Ловчин, возле горы Ловчин, немного не доезжая, там, где люди катаются с детворой с горок, на санках, иногда на лыжах, ну, простенькие трассы. Вот самая ближайшая точка от побережья, от Будвы, куда можно приехать в снег с детворой и покататься. В прошлом видео я говорил, что съезжу, посмотрю, как тут со снегом, и могу сказать, снег тут есть. А вот с паркингом тут не очень. Хоть мы приехали рано, в 10 утра, уже тут были на месте. Ну, относительно рано по черногорским меркам, но мест для паркинга уже практически не осталось. Вот это мы возле дороги. Тут два таких небольших места, наверное, машин на 15-17, два паркинга. Они уже заняты были, и пришлось нам ехать дальше, парковаться аж возле парка развлечений, так называемого веревочного парка, который, конечно, сейчас не работает. Он работает летом. Он сквозь деревья, наверное, плохо видно. Там вот гора Ловчин, мавзолей видно сквозь ветки. Вот мы туда подъехали первыми на тот паркинг, но в течение 10 минут еще подъехало 3 машины. И я так понимаю, что уже к 11 мест запарковаться не будет вообще. Возле отеля Монтероса тоже все забито машинами. И на обочинах забито машинами. Поэтому имейте в виду, если вы тут, в Черногории, хотите сюда съездить, рекомендую ехать пораньше. Может, даже раньше 10 сюда приезжать уже. Температура воздуха сейчас где-то минус 2. Дорога до Иваново-Корыто почищена, просто кое-где довольно узко. Это в плане разъездов со встречкой, но в принципе асфальт посыпанный где-то, где-то расчищенный, поэтому ехать можно, ну, как вы видите, много легковых обычных машин, поэтому можно смело ехать. Ага, вот люди, видно, не нашли места, где запарковаться там в конце. Вот подходим как раз. Там освещено солнцем, вот там народы катаются. Сейчас я покажу вот эту дальнюю точку паркинга, потому что вдруг вы приедете, возле дороги места не будет, чтобы знали, что можно доехать подальше, и вдруг там будет место. Вот проход к покатушкам. А мы двигаемся дальше по прочищенной дорожке в тупик. Вот к этому парку развлечений, приключений. Вот это последняя точка для паркинга. Вот, собственно, этот парк развлечений веревочный. Сейчас засыпанный снегом. Вот дальше туда ехать некуда, там просто тупик. Метров 15 и тупик. Ну что ж, пойдемте посмотрим на саму каталку. Вот чем мне нравится еще Черногория, ну, не только этим, но одна из причин, что вот если кто соскучился на побережье по снегу, по зиме, достаточно 1 часа на автомобиле, чтобы погрузиться вот в такую зимнюю сказку. Кто любит там прокатиться на санках, слепить снеговика, там детям показать. Вот, я говорю, час времени на машине, и вы уже здесь. Но при этом, наигравшись, нагулявшись, опять час на машине, и вы уже в плюсовой температуре возле моря.
Мне это очень нравится. Сегодня с погодой, конечно, очень повезло. Синее небо, солнце и небольшой-небольшой минус. Ветра нет. Идеальная погода с ребенком выехать в горы. Вот уже отсюда хорошо видно гора Штировник. Одна из, точнее, гора Ловчин, вершина, одна из двух вершин Ловчина Штировник. И вот народ здесь катается на санках. Кто-то, я видел, с лыжами ходил уже. Дитворе раздолье. А вот и вторая вершина. Изерский вырх и мавзолей. Здесь есть вот место еще, где детвора просто лепит снеговиков. В общем, рекомендую съездить хотя бы на пару часиков, насладиться зимой тем, кто сейчас на побережье Черногории находится. Естественно, есть в Черногории нормальные горнолыжки, Калашин, Жабляк. Калашин я снимал в прошлом году. А тогда, наверное, съезжу и сниму Жабляк. Тем более у меня были такие запросы. Сниму Жабляк в ближайшее время. Покажу, как там сейчас горнолыжный сезон протекает. На этом сегодня у меня все. Если вам это видео понравилось, можете поставить лайк. Поделиться знакомым и друзьям, кому нравится Черногория. И до встречи в Черногории на моем YouTube-канале в следующих видео. На этом все. Будьте здоровы и до встречи.